Это трагедия для нашей семьи, потому что она, моя невестка, это, я могу сказать, что это убийство. И она, это то есть самоубийство, его до этого, ее довели. Юридически все это началось, значит, в 19 году, 4 октября, когда его мужа среди белого дня избили. Второе случилось, что 26 марта 2020 года был прямой, значит, стрелял Петросян Самвел на его мужа и на меня. Посадили сына. Я думаю, что это несправедливо. Посадили меня, говорили, что это для баланса надо. Для какого баланса, я не понял. Сын 18-летний сидел у нее в тюрьме 2 месяца и не дали по телефону говорить. А потом уже 21 августа взорвали мужа машина. Все, сейчас миллионы штрафы писали. Наверное, дома тоже муж говорил. Иногда говорили, что давай все, дом, все продадим, уедем отсюда. На нее действовало.